Пора отрабатывать зарплату. Давайте посерьезней. Мне не по душе работать с этим паком Катария и повстанцами. Их идеология всегда приводит к горам трупов. А у тебя какие предчувствия, Наман? По большому счету, мы несем возмездие. Нужно сосредоточиться и сделать все быстро, чтобы не оказаться между местными политиками и автоматами картеля. Первая задача — выследить смотрящего, чтобы найти Амару. А то. Привет, дорогие! У меня тут очередная запись от мечтателя. Он глубоко копнул, и вы, чуваки, это оцените. Зачем Бог создал человека? В книге Бытия сказано, что он создал человека по образу и подобию своему из праха земного. Он даровал нам свободу воли. Не стоит недооценивать этот дар. Свобода воли — это свобода не соглашаться с Богом. Продажные священнослужители скажут вам, что вы созданы для служения Богу. Но зачем тогда давать вам средства неповиновения Ему, коль скоро Он создал вас рабами своими? Нет, Бог создал нас по образу и подобию своему и даровал нам свободу, ибо Ему нужен был товарищ, компаньеро. Каждый член Санта-Бланки должен знать это, ибо всякий, кто знает, что создан быть рядом с Богом, я не хочу напугать объект. Прикрутите глушители. Вижу цель. Вперед. Займите свое место рядом с ним. Со мною. Санта-Бланкой. Атакую! Не знаю, что мы здесь. Viene Rito!
Они идут. Что будем делать, босс? Здесь чисто. Me rindo. Está bien, ganaron. Está. Está bien, me rindo. Me rindo.
bien ganaron. Está. Está bien, me rindo. Обсуждаем подарки нашим дорогим девочкам. Перед паузой мы говорили с Санчо о том, что его красавица уже не любит шарики. Эй, попугай, Мира, я привык дарить ей воздушные шарики по каждому поводу, понимаешь? На Рождество, день рождения, день Святого Валентина. И она чертовски любит этот мумадос, то есть мне так казалось. Но в прошлый Валентинов день я подарил ей цветы и шоколад и шарики, как и год назад. Каброн. Está bien, me rindo. Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у повстанцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком многое зависит от этого. Идем. Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Занимается благотворительностью. Благотворительностью. И то. Деньги отмывает. Хуже. Что-то вроде программы обмена студентами. Берет боливийских подростков и посылает в США, в Европу. Спорим, на Эйфелеву башню им не попасть. Наркокурьеры. А что, если они откажутся? Видимо, Санта-Бланка держит их семьи в заложниках. А подростки хоть раз пытались бежать? Насколько мне известно, было разок. Но Нидия Флорес сразу же отправила его родителей и сестер к Кашевару. Кашевару? Кашевару. Подходим к ферме Атойо. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцы провалится еще до начала. Ну, пошли. Твою мать!
хорошо. Иду к тебе. Сука, мать твою. Oye, hermano, ya pasó mucho tiempo. Ayúdanos, por favor. Враг убит. Отлично. Зачищаем и уходим. Me da igual si son extranjeros. Les debemos la amistad. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Ола. Я полечу. Дали бы мне порулить. Готовы? Открыть огонь. Господи. Как дела? Не вижу цели. Пристегнитесь. Езжайте, я догоню. Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Так, Пак Катари заключил сделку с проклятыми Янки, молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор.
Вот так. Вижу оружейный ящик. Ты ранен? Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Меня тошнило от разговоров о любви, которые вели эти дьяволы. Но вот методы допроса у них. Это были методы. Юрий и Ипполито? Да, Юрий и Ипполито. Эти ублюдки пытали Сандовали, когда мечтатель его допрашивал. Я хочу найти их. Когда освободили Амару, видели только простых бандитов. Но я не видел Юрия и Ипполито вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Надо узнать больше. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Поройтесь в компьютерах, опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Будем искать везде. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Ипполито. Это сводка по Юрию Ипполито. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боумена в их иерархии. За безопасность отвечает некто Кирпич. Телохранитель и друг детства мечтателя. Чума, младший брат Кирпича. Злобный говнюк. Крайне активен в соцсетях. Шеф головореза в картеле. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один – Юрий Ипполито. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Намат на линии по Катаре. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Хола, компадре. У меня проблема в Итакуа. А Боумен говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия Ипполито подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катаре. Просто скажи, что... Погоди. Огонь, огонь, огонь! Твою мать, нас заметили.
Они идут сюда. Что нам теперь делать? Похоже, эти убийцы хотят, чтобы им врезали. Я за рулем. Пак, это Намат, слышишь меня? Прием. Слышу тебя хорошо. Говори с Паком. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Теперь мы Паку Катари подчиняемся? Катари нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить взамен.